Всем привет, друзья, с вами Малдер. Продолжаем играть в вампиров, искать разносчиков чумы. По заданию нам надо найти Пола, вроде бы, да? Да. Дэмзел сообщила вам, что в городе несколько разносчиков чумы, и все они должны быть уничтожены. Она предложила поговорить с упырем Полом, живущим в апартаментах Skyline. Наверное, с этого и стоит начать. Так. В общем-то, вот мы около апартаментов Skyline. Пойдемте, что делать-то? Сейчас маленький. Блять, а что я нажал? Не то. Опыт. У нас, кстати, одно очко опыта есть. Одно очко. Куда нам его вставить, блять? Я прям чувствую, вы предложите кучу вариантов, куда я могу его вставить, ну. Ладно. Вот, надо от первого лица было поставить. Заходим в здание, заходим в апартаменты Skyline. Что же нас ждет? Где же этот Пол упырь, блядь? Что-то как-то апартамент это... Блядь, как звучало, а? Апартаменты Skyline. Я думал, тут просто фешенебельный отель какой-то будет. Пол, где у нас Пол-то, блядь? Это тех отельных. Пол Андерсон. Блять, как режиссер, ну. Какой? Пятая комнатушка. На четвертом почему-то зачеркнуто все. Что это такое? Книжки. Тройка Геймс. Это. Это разрабы. По всему свои. Что? Стол живой? Это я его, наверное, схватил. Разрабы логотипчики свои. Везде наставили. Explose only. Что это такое, интересно знать? В подвал. В подвал нам не надо. Нам надо в пятую комнатушку. Подождите. Кнопочка. Что такое, блин? Ох, лифт приехал. Это, может быть, пятый этаж. Ну-ка, поехали на пятый этаж. Ну, Пол Андерсон. Блин, а я забыл. Там затертая надпись-то, какой этаж была. Ну нет, ну судя по буквам, это так и есть, Пол Андерсон. Возможно. А возможно и нет. Ну ничего страшного. Вернемся. Случайно чего на первый этаж. Там уж видно будет. Пятый. Тут, блядь, смотрите-ка. Одна квартира на всем этаже, что ли? А вообще так неплохо. Ох ты, апартаменты. Причем двухъярусная. Что это тут такое? Что-то... Вот, Пол дохлый, ну. Ух ты ж, бляха, я не успел. Телефон. Привет, Пол. Это Ханна. Я просто звоню, чтобы узнать, как ты. Надеюсь, ты не заразился от меня этой дрянью. Чувствую себя дерьмово. Вообще-то хочу попросить тебя об одолжении. Не можешь купить мне в аптеке лекарств от кашля? Не хотел тебя беспокоить, но, похоже, я не могу выбраться из постели. Код от моей двери 1203. Послушай, мне с тобой действительно хорошо той ночью было. Может, как-нибудь повторим? Прости, я перескакиваю. Окей, пока. 12.03, блядь, кот-то, я, сука, даже запоминать не пытаюсь. Ну. Да, 12.03, Ханна. Упырь Пол мертв, очередная жертва свирепствующей в городе эпидемии. Вы прослушали на его автоответчике сообщение от девушки по имени Ханна. Ханна живет в этом же доме. Код ее двери 12.03. В любом случае, скорее всего, сейчас придется ехать на первый этаж. Чтобы не шарахаться, надо глянуть, где Ханна живет, да и все. Сральник. В сральнике даже нет ничего. Может, в ведре что-то, блядь. Блядь, нет ничего. Блядь, отворяйтесь, отворяй, собака. Почему, блядь, в игрушке зеркала такие размытые? Черт побери, блядь, в дюк-нюкеме. В 3D, блядь, там каков, что угодно, что ли, было, я что-то подзабыл. И то в зеркале дюк отражался. А тут нет, блядь, нет. Игрушка гораздо моложе. Один хрен. Что это такое, зеркала не отражаются. Блядь, куда ты стол-то схватила? Спаленка. Ну, какая-то, блядь, квартирка маленькая. Вот, ну, комнатушки маленькие, хоть и две ванны, два сральника. Ничего в ней такого нету. Блять, толчки, сука, как... Как в 17-м году, ну, в коммуналках, блять.
Ай, бляха. Так, 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 так. Хоть бы какой силуэт сделали. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Тут столик еще. Кстати, тут это шкаф, наверное, какой-нибудь, да? Моднявый один. Ух ты. Ну-ка, 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 это что за... Блядь, я застрял, да? Нет. Пока что нет. Телек. Картина. Картину он тоже не... Она тоже не хочет залезать. Может быть, ящичек? Блядь, все закрыто. Так, присядем. Присядем. Ну, сука, да открывайся. Ну, еби твою налево. Вот. Куда мы там? Это может быть хани как раз. Проход-то. Может, они тут такие, блядь, эти самые... Придумали... Где? Так я, блядь, в своей хате, нахуй. Переходы, блядь, чтобы в подъезде не светиться. Они хуйняк тут понаделали всего. Слушайте, я в любую хату могу попасть, что ли? Подожди, тут кто-то есть, походу, да? Закрыто? О! Что случилось? Где я? Да... Что, блядь, с камерой? Хорош, блядь! Да, ну, не это... Тихо, 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 тихо! Или это я нажал, наверное, да? Вот что-то есть. Блядь, закрыто. А как открыть? Как открыть? Хрен его знает, как открыть. Не открывается, может... Блин. А давайте, знаете, что я сохранюсь? Может, монтажкой ёбнуть? Или битый он? Ну, он хули битый, блядь. Дайте-ка я возьму битку. Ну, что ты, блядь? Ну, ёбаная чума. Ладно, бита не катит, нахуй. Бита не прокатила. Возьмем кулачки. Кулачки. Возьмем. Пойдем вниз. А хотя, что нам вниз-то идти? Мы можем сейчас посмотреть, где Ханна живет. Там вот, в этой самой. Да еби твою налево. Ну-ка, встань с пола. Сейчас съездим на первый этаж. Так, первый этаж. Зовут ее Ханна. Значит, буковка H должна быть. Господи, H. Да, H, наверное, да? Ханна. И фамилию заодно узнаем. Значит, мистер Андерсон отбросил коньки от чумы. А я не понимаю, чума же она... Не туда приехал? Не туда приехал? Провал. Код замка 4. Ну, код замка 4 я могу кровь применить. Слушай, а как? Я думал, на первом этаже. Я думал, G это подвал. А нет, смотри-ка, G это как раз холл. Значит, Ханна. Ханна Глейзер. 6-й этаж. Вот и все. Делов-то, блядь. Все выяснили. Ханна Глейзер. Но она, может, тоже коньки отбросила уже. Это как раз хата-то Ханны была. Черт побери, точно? Которая закрыта-то. Блин, вот это поворот. Только какого-то хрена не открывалась она там. Ну что, блядь, залив-то, ёпта мать. У нас и то быстрее в панельных домах ездит. 6-й этаж. 6-й этаж. Кодовый замок. Я сейчас сохранюсь прям перед ним. 12 какой-то. 12.03. 12. Так, 12.03. Интер, блядь. Хопа. Открыто. А интересно, Ханна дома, блядь? Сейчас, блядь, прилетит какой-нибудь кочергой в харю-то, блядь. Ханна, Ханна. Нет, блядь, заебали там под окошком еще бибикать, ну. Так, у нее что тут есть? У нее плита. Ну, хата-то, в общем-то, телефон, конечно, похуже. Здесь что, блядь? Хладос, блядь. По-моему, такие холодильники Минска, что ли, блядь, были. Вот с нечто подобной хуйней. Что-то для, я так понимаю, понимал в детстве для охлаждения напитков, блядь. Как оно работало, понятия не имею. Слушай, а у меня есть фонарик какой-нибудь? Нет у меня фонарика. Так, Ханна, может, на толчке загнулась? Нет. Что там за помещение такое? Секунду. Так, погоди-ка. Очищение. А у меня есть какой-нибудь
прорицание, сила крови, кровавый щит. Транс. Блин, я не вижу ни хрена. Тут выключатель какой-нибудь есть? Тут машинка стиральная. А здесь что-то... А, нет, все, это маленькое такое помещенице. Эх ты, сука. Почему закрыта вентиляция? Картина, ничего тут не спрятано. Телек. Телек тоже, блядь, бездействует. Ну. Вазочка. Ну-ка. А может в вазочке что-то лежит? Тихо. Хер там, сказали нам. Блядь, даже складно получилось. У меня такое ощущение, что Ханна тоже коньки отбросила. Почему темно так в доме? Где выключатели-то все? Ханна, блядь, живая, гляди-ка. Сейчас, блядь, как бросится только там. Ну давай, что-нибудь пиздани нам. Пол, это... Эй, ты не Пол. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Так. Что нам выбрать-то? Я из эпидемиологической службы. Твой друг Пол заболел. Я ищу причин. Может быть, это выбрать? Ну, думаю, я заразился одного из моих клиентов. Я хорошо себя чувствовала, пока не встретилась с ней пару дней назад. С клиенткой? Значит, ты девушку по вызову. И там, и там. На все руки от скуки, блядь. Чем конкретно ты занимаешься? Я занимаюсь продажами. С доставкой на дом. Ничего интересного. Ты уверена? Похоже, ты что-то скрываешь. Я? Нет-нет, я ничего не скрываю. Просто не люблю говорить о личных делах с незнакомцами. Как скажешь. Теперь расскажи об этом своем клиенте. Ее звали Джезбил, Джезбил Лок. Я обычно плохо запоминаю имена, но она была такой странной. Я не могу ее забыть. Так, где ты с ней встретился? В ней было что-нибудь странное. Что именно? Да, ну я так думаю. Если честно, я не очень-то хорошо помню ту ночь. Все словно в тумане. Я, ну, обычно не с женщинами. Но она мне показалась такой привлекательной. Я подумала, что она самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видела. Следующее, что я помню ясно, как проснулась здесь следующим утром. С тех пор я не слишком хорошо себя чувствовала. По правде сказать, другие мои знакомые, которые работали с ней, тоже сейчас не в форме. Где ты с ней встречалась, Ханна? Где Джезбил Лок? Так... Так, ну, не хотелось бы говорить тебе это, но Пол тоже умер. Почему тоже-то, блядь? Это-то еще живая? Давайте не будем расстраивать, она все равно, по-моему, коньки отбросит. Где ты с ней встречалась, Ханна? Где Джезбил Лок? У нее были апартаменты в отеле Empire. Не могу вспомнить, какой номер. Эй, а Пол точно в порядке? Он ведь не заболел, да? Блядь, спиздить, что ли, нахуй? Блять, выбор, конечно, вот, знаете, сейчас если пизданешь, что он мертв, она заткнется. Давайте совру, да. С Полом все в порядке, Ханна. Не беспокойся о нем. Хорошо, он славный парень. Надеюсь, он еще пригласит меня. Я в этом уверена, Ханна. Я надеюсь на это. Так надеюсь. Так, она... Стоп. Почему покойся с миром, Ханна, а я займусь Джезбил Лок? Она еще живая, она. Покойся с миром, Ханна, а я займусь Джезбил Лок. Ну как она, покойся с миром? Она еще живая, он шевелится. Это что такое? Ух, блядь. Что-то... Деловой ежедневник. А как нам его глянуть? Ебаные ты бабашки.
Деловой ежедневник. Деловой. А где деловой ежедневник-то у нас? Секунду, блять. Ага. Деловой ежедневник. Это что ли? Нет, это дневник. Нет, вот, наверное. Да, точно. Деловой ежедневник. Похоже на стандартный деловой ежедневник с записями встреч. 4 мая 2 года. Артур Килпатрик. Блять, какой почерк вот этот, сука. Ну не могли, что ли, нормально? Зачем, блядь, сегодня возмущаюсь? Все не так. Сегодня. Артур Килпатрик встретится с... встретиться с Артуром в его квартире в Санта-Монике. Не забудь принести наручники и оранжевый комбинезон, так как он любит играть в заключение в женской тюрьме. Этот парень больной. 4 июля. Вандал Б. 7:30 в банке крови. Взять клещи и паяльную лампу, блядь. 4 декабря 2 года. Дэвид Хаттер, номер 413 в отеле Lucky Star, Голливуд. Он любит тот странный зонтик и наполненный водой надувной шарик. Господи, блядь, что это нам? Так это... ебучий ты рот. Это год четвертый-то там. Я думал, четвертый... Сука, тут, блядь, сразу не сообразил. Четвертый год. 15-е. У американцев же все по-другому. 15 февраля. Вот. В феврале дело-то было. Саймон Миллиган внизу в его квартире. Как я ненавижу этого типа. Ну, все тут 4-го года, 16 февраля. Пол Андерсон, самое настоящее свидание. Не могу поверить, что он меня пригласил. Я так рада. 17 февраля. Джесс Беллок, новый клиент. Откликнулась на мое объявление в газете. У нее апартамент в отеле Empire Arms. Не знаю, что и думать, но в ней есть что-то такое. Ее голос, я не знаю. Она предлагает кучу бабок. Думаю, не стоит упускать возможность. Угу. Выйти. Ну все, пойдемте искать тогда отель. Ты живая? Пока шевелится. Пока шевелится. А здесь что такое? А здесь просто-просто сральник у нас, да? Ну, давай. Удачи тебе. Там, привет, привет передавай Полу, блядь. Отель. Отель. А я вот что-то такого отеля-то не припомню, честно сказать. Давайте побегаем по улице, что ли, поищем, где этот отель. Ну, самое-то главное, мы нашли Пола. Сейчас мы найдем самую главную разносчицу, я так понимаю. Что такое, блядь? Все, видимо, вот из-за этой вот бабёжки. С которой переспала Ханна. Как ее зовут-то, блядь? Джазби Лок, да, точно. Джазби... Мисс Лок. Или миссис Лок. А может, мадам? Сколько лет-то, хуй я знает. Ну, лифт. Что, как долго? Поехали. В помойке нет ничего. А тут записочки. Может, тут что-то есть? Слушай, а что за подвал, блядь? Что там такое? Здесь просто подвальное помещение, что ли? Блядь, ничего себе тут дверей-то, блядь. Ну-ка, секунду. Я сейчас вот так вот сделаю. Сохраняшку нажму, просто посмотрим. Может, что-то мы найдем полезного? Так. Тут нет ничего. Эй, блядь, открой дверь-то. Двери снаружи и внутрь. Открываются компы. Жрачка. Опа, тут камера слежения есть. Ничего себе. Сисуриту Skyline Apartments. Я не знаю пароль это. Сисуриту. Подожди. Это срачельник. А как мне менять виды с камеры-то? Нельзя? Походу нет. Тарелка, пиво, пицца, блядь. Что здесь такое? Открыто, слушайте-ка, блядь. А, ну зачем это? А, ну это можно было, наверное, сверху просто пройти. Где пароль взять? Люк. Хо-хо-хо. А тут вообще можно в канашку спуститься. Надо бы нам запомнить этот момент. Обязательно. Очень темно. Очень темно. Вот что здесь, блядь. Ладно, пойдемте. Тут нет, по-моему, ничего. Здесь компьютер есть и выход. Выход в канализацию.
Запомним. Может быть, пригодится потом там. Поехали искать Empire какой-то там. Армс, что ли, блядь, да? Блядь, не то нажал. Отельчик называется. Да, Empire Arms. Empire Arms. Блядь, так вот он. Эх, и поиски были сложные, блядь, хочу вам сказать. Хуя себе отель-то, блядь, какая комнатка-то? Она не запомнила комнатушку, к сожалению. К сожалению, не запомнила. Может, проститутка знает? Со странными глазами, со странным взглядом, ну. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, вот этот уже, я считаю, апартаменты, бляха-муха. Все аккуратно, музыка какая-то звучит. Эй, чувак. Да, чем могу помочь? У вас остановилась Джаз Белл Лок? Да, мисс Лок, это один из наших самых популярных жильцов. А зачем вы спрашиваете? Мне нужен ключ от ее номера. Я не могу дать его вам. Это против правил. Блять. Послушай, мне очень нужно попасть в ее номер. Простите, мэм, но если бы я давал ключи каждому, кто говорит это, я давно бы уже потерял работу. Если это все, я возвращаюсь к своим занятиям. Йо, займись-ка этим пока. Чем, блядь, этим? Ладно. Понимаю, приятно провести вечер. Ну, ты сам, чувак, напросился. Блядь, какой номер-то у нее? Вот что нам надо выяснить. В каком номере она остановилась? Тут там здание, видели, какой высоты? Тут на поиск каждого номера уйдет ебаническое количество времени. Почему лифт-то не работает? О, ёпты мать, напугал как, ну. Нет, лифт не для нас, ну. Ох ты ж, блядь. Ничего себе, тут у них... Тусенек целый, ебаться в телевизор. А я? Как же, я тоже сейчас буду в центре. Центровым, ну. Как танцевать-то, блядь? Раньше же как-то можно было. Говорить не могу. Здесь по-любому кто-то есть, с кем можно будет побухтеть. Побазарить. Эй, женщина, блядь, в припадке, ну. Нет, не хочет. Сейчас, блядь, забанят нахуй за музыку. Вот. Ты? Нет, не хочет. Это типа какого-то банкетного зала. Блять, замок. Здесь вообще не открывается. Что делать, блять? А может быть нам? Может быть нам сделать транс, блять? Погоди, сила крови где у нас? Транс, ну. А транс влияет на скрытность? Тут есть народ-то, блять? А тут-то нет никого. Ну-ка, сейчас проведем, блять, транс, ну. Так, хуяк, ну. Дай ключ-то, блядь. Что-нибудь еще? Нет, пока. Блядь, что, сука, за транс-то, ну, такой? Непонятно, я-то думал, транс так транс. Блядь, это что-то... Что-нибудь еще? Нет, пока. Вот это поворот, блядь. Вот это мне тут сейчас... Искать. Сколько этажей, интересно, работает? Это что за... Что такое? Ух ты, блядь. Ключ Джаз Белл Лок? Все так просто было? Что, блядь? Получен опыт один. То есть я зашел просто в какую-то комнатушку и нашел ключ от ее хаты, блядь? Обалдеть, блядь. Так, а тут тоже какой-то барчик... Мадам. Мадам, бармен. Бармен, что-то вот этот бармен хочет пиздить? Ну-ка, блядь, обступили. Слушайте, нет, какие-то, блядь, неразговорчивые. Слышь, дядя, блядь. Скажи-ка, дядя, ведь не даром нах. Карта. Карта, это что такое у меня? Пакет крови. Пакет крови, бабки. Это что заебало? Заповедный чертополох. Увеличить защиту на одно очко. Ох, нихуя. Нельзя использовать? Почему нельзя использовать? А как? Мне ее использовать-то? Эх ты, ёптымить.
Так. Подождите, ключ. Ну, где он? Ключ-то у меня. У меня что, тут никаких ключей нету. Я его взял хоть. То есть мог не взять. Это у меня как здрасте, блядь. Так. Ключ, одежда, шматье. Кольцо для ключей. Погоди-ка. А если я задание гляну? Не того, блядь. Вот. Так. Тут нет ни пизды, блядь. Не написано, какой номер. Ладно, пойдемте искать. Номер. Тут вообще закрыто. Бездействует. Здесь. Это кухня. Кухонка причем. Здесь нет закрыто. Как это, блядь, пустынная кухонка-то? Опа. Пустая. Там кафешек всяких, заведений. А здесь нет ножек. Ничего не готовит. Поваров нету, блядь. Там никто не ест, не пьет, что ли, блядь. Непонятно. Сральники. Сральник раз. Сральник два. Это, судя по писсуару, мужской. В дамской. Говорил, блядь, в дамской надо было идти. На. Тут даже написано, блядь. А я хули вломился по привычке в первый попавшийся. Тоже пусто. Тоже пусто. Хорошо. Ну, что? Надо ехать на лифте. Где же эта баба могла остановиться? Может, я что-то не увидел. Может, еще что-то. Может, у чувака... Блять, ты давай завязывай с куревом. Нет. Так, нет. Как бы посмотреть, в каком номере-то она. Все, поехали. Странная женщина, блядь. Что? Что? Чуть такое, блядь. У нее что-то загорает. Ебучий рот, нахуй. Да ты это нахуй. Ведьма. Поехали. Сколько тут этажей-то? 6. Блядь, там этажей 100, наверное, было. 6 этажей. Первый этаж. Первый. А, это и есть первый этаж, да? Второй этаж. Ну что такое? Почему я не могу уехать выше-то? Третий. А, погоди-ка. Шестой могу, на пятый могу. На третий, четвертый, второй не могу. Погнали, на пятый тогда. Может быть, она на пятом или на шестом. Что это написано? Bell room. Бал. Ух ты ж, блядь. Ну-ка, а здесь что такое? Здесь закрыто. Бальная комната тоже. Ладно, задача упрощается. Сохраняшка. Сохраняшка. Комната 4. Вот, блядь, вот, мы все наш. О, кто здесь у нас? Ты верующая, моя сладочка? Ты пришла, чтобы получить посвящение, которое лишь Джезбил может дать. Причем тут верующая, ну? Что-то, блядь, что в ней такого симпатичного-то? Ничего такого. Как я понимаю, ты Джезбил Лок. Да, я Джазбил, и у меня есть что тебе показать, моя сладочка. Прекрасные грязные маленькие вещи. Не зайдешь в мою гостиную? Так. То есть ты странно привлекательна, да, я зайду, и смерть войдет со мной. Что здесь, черт побери, происходит? Ты не уйдешь от меня, сладочка. Тем или иным способом мы переплетемся на пути к девятому кругу. И я отправлю тебя туда, наполнив сладкой болезнью, которую я заражена. Заражена. Ты сучка. Значит, вот, блядь, от кого все пошло. Так. Кстати, тот-то упырь-то не предыдущий, не Пол, которого мы замочили, не помнишь, какой серии, предыдущий, что ли, в канализации. Он тоже был с девятого, в братстве девятого круга. Чтобы я просто... Так, что нам выбрать-то? Ну, конечно же, первый вариант. Скорее всего, сейчас ее пиздить придется. Позволь, я угадаю. Ты состоишь в братстве девятого круга?
Да, я следую путем девятого круга. Приди и присоединись к просвещенным, удовлетвори свои животные инстинкты, пока и смертные, и сородичи не упадут в изнеможение на алтарь. Желание станет нашей истиной, желание и смерть, что следует за ним. Так. Ну да, маскарад-то она нарушает. Вот, брат Конкер, блядь. Конкер там был. Этому надо положить конец, Джазвилл. Ты ставишь под угрозу маскарад. Я больше не могу сдерживать свой голод. Приди, истина откроется тебе, когда я буду пить кровь из твоего дважды мертвого тела. Это будет экстаз, моя сладочка. Сладкий экстаз. Блядь, я первый раз слышу такое слово «сладочка», блядь. Сладочка. Приготовься к встрече с братом Конкером в аду. Что? Какого хера я тут... Ой, блядь. Щит, блядь, быстрее. О! Ну-ка, ой, блядь, как она мне ебанулась. Неплохо, хорошо пошло, блядь. Хорошо пошло. А, сейчас я буду ебать. Она ей дверью, блядь, заклинила. Вообще по-нормалю, блядь, мы ее пиздечим. Давай, бей! А что-то не отнимается у нее больше. Не, идет, отлично. Слушайте, а она вот не такая опасная, как брат Конкерта, блядь. Давай, сучку. Ух ты, пизданула маленько. Последний удар. Дневник обновлен. Двойной удар, двойной Ван Дам. Че это? А, это нож. Это ножик, кровавый щит. Нам надо кровавый щит-то убрать. Я забыл, на какой кнопке, блядь. У нас убирается. На H? Нет. Так, а на какой же кнопке у нас кровавый щит-то убирается? Твою же мать, забыл, блядь. На F-ку? F5? F4? Так. Во! F8. Надо, блядь, запомнить. Ну все, замочали ли мы, избавились от чумы, судя по всему, да? Погоди, не то взял. Вы убили второго разносчика чумы. Блять, подожди, так их не два, что ли? Ёбаные по башке. Так, я... А я думаю, их только два. Так ничего себе. Что тут такое? Пропуск братства. Получен предмет. Пропуск... Вы нашли... Наводку на разносчика чумы. Получен опыт 1. Мы нашли наводку. Блять, господи. И на пиво, блядь. Руководство по финансам. Предмет получен. Давайте-ка зачитаем. Блядь, не то нажал. Зачитаем. Руководство по финансам. Где у нас это? Пропуск братства. Надпись на этом пропуске гласит: я просвещен. Где? Вот. Неопознанно. Это что такое? Это проп... Секунду, блядь. Деловой ежедневник. Дневник... нет. Ну вот мы взяли, наверное. Вы не знаете, чего полезного можно подчеркнуть из этой книги. Нужен навык обучения не меньше 6-го, чтобы использовать этот предмет. Ебать. Обучение не меньше 6-го. Твою ж мать, а у меня какое... Обучение... Обучение это чего? Финансы, компьютер, ученость. Обучение. У меня 3 очка. Блин, это мало. 3 очка. Вот, может быть, ученость. Звание это умственные способности. Так. Способность вашего персонажа собирать информацию, спорить, овладевать новыми навыками. Ученость увеличивает способность. А, вот, обучение. 6-й уровень нужен. Это хуя себе. Так. Как 6-й? У меня только 5 тут. Что, блядь? 6-й уровень. 3 очка. Ловкость. Физическая. Слушайте, я все-таки вот ловкость бы, конечно, прокачал еще. Тут вообще 15 надо, блядь. Тут 12. Вот у меня есть как раз 3 очка на ученость. Ну нет, я пока ничего их не буду тратить. Пизду, блядь. А ящик не открывается? Нет. Вот это я понимаю, блядь, ванная комната, блядь. Да?
Я такой только встал, не видел, блин. Шучу, конечно. Сральник. А вот сральник ты могли бы и побольше сделать, как конурана. Ванна вон какая, блин. Хотя бы еще метр бы вот так вот отрезали, выделили под сральник. А что мне делать-то? И мне надо искать еще одного разносчика чумы. Разносчика чумы. А книгу я не могу прочесть. Сука. Я даже не знаю, что делать. Может быть, попробовать. Так, да блять, открывайте это нахуй. Попробовать сделать навык и магию крови применить. Блин, слушайте, а... погоди-ка, а здесь что такое? Блять, тут закрыто. А давайте попробуем. Может быть, нам хватит? Так, не то. Вот то, ученость. Давайте одно прокачаем. Окай, блять. Так, и сколько у меня сейчас? Ученый, блядь, стал прям пиздец. Обучение. Так, 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 так. Обучение 3 у меня, да? Обучение 3. Хорошо. Мы сейчас делаем магию крови. Так, уйди-ка нахуй. Магию крови? Где, блядь? Очищение крови, щит. Сила крови, блядь. Сила крови. Ну-ка. Блядь, не хватает? Сука! Не прокатило. Ладно, а сколько мне до следующего уровня? Блин, да еб ты мать, в кнопках в этих запутаешься. До следующий уровень 3 очка надо. Ну, не так много. Не так много, на самом деле. А, магия крови это только вот это вот прибавляет. Ловкость, выносливость. Я понял. Ладно, ну хули, по незнанию. Ну что, ребят, давайте на сегодня заканчивать, пожалуй. Следующего упыря будем искать в следующей серии. Я надеюсь, мы его найдем. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. До новых встреч и всем пока.